Доброе утро! Сегодня день пожилого человека. Это день напоминания о том, что старшее поколение нуждается в поддержке, заботе и внимании. Депутат Государственной Думы Султан Узденов навестил постояльцев социального пансионата «Гармония» в Черкесске для пожилых инвалидов. Депутат ознакомился с условиями проживания, пообщался с жильцами. Султан Узденов и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев поздравили постояльцев с Днем пожилых людей и выразили свое почтение старшим. Пожелали крепкого здоровья, благополучия, долголетия, бодрости духа и вручили подарки. В свою очередь жильцы пансионата выразили гостям свою признательность, поблагодарили за всестороннюю помощь, внимание и поддержку. Самое главное, чтобы жильцы пансионата чувствовали заботу, внимание. Я думаю, что такого рода визиты, посещения должны быть на постоянной основе не только со стороны депутата Государственной Думы, но и депутатского корпуса, вообще неравнодушно жители нашей республики. Это внимание очень важно. Почему? Потому что каждый раз, когда мы приходим сюда, мы понимаем, что та забота, то внимание, которое уделяется, оно в любом случае имеет свой положительный эффект. Они видят, что о них заботятся, о них, их чаяния, их желания, их пожелания, они их слышат. И в этом плане, конечно, эту работу мы планируем продолжать. Большое спасибо, хочется сказать, руководителю пансионата Ольге Ивановне Прыгуновой, которая очень внимательно к этим вопросам относится. Всегда мы находим и понимание, мы всегда на связи. В любом формате она и доносит до нас ту информацию, которую необходимо отработать. И я думаю, что вот та совместная работа, которую мы ведем в этом направлении, да, и ту работу, которую ведет наш депутат, тоже она имеет свой положительный эффект именно для жильцов данного пансионата. Далее прогноз погоды, а в 9:30 смотрите «Вести» на черкесском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево, Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы будут до 12-14. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, днем 19-24 градусов тепла, а местами до плюс 16. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 9-11, а днем 20-22 градусов тепла и высокая пожароопасность.